Путевки, которыми могут воспользоваться все ветераны, санаторий «Лазаревская» предоставляет бесплатно. Ветераны пользуются всем спектром услуг здравницы. Сейчас в санатории проходят лечение 16 человек. Врачи проводят диагностику состояния здоровья и назначают необходимые процедуры. Основная патология – это заболевание сердечно-сосудистой системы. Процедуры, те, которые показаны нашим ветеранам, все эти процедуры мы назначаем. Это физиопроцедуры, это водные процедуры, это ингаляции, это фитобар, это массажи. Ветераны настроены достаточно позитивно на лечение. У всех настроение хорошее. 83-летний Галилей Казанцев всегда приходит на процедуры в хорошем настроении. Невозможно не радоваться, когда становишься объектом такой заботы со стороны врачей и персонала санатория, отмечает ветеран. В годы войны 9-летний мальчишка, он стоял у станка на одном из металлургических заводов в Омске. Прошло 70 лет, а больной позвоночник и ноги дают о себе знать. Лечение в санатории пошло ему на пользу. У меня магнит на ступни ног и поясницу, грязь. Вот. Нравится, мне уже легче становится от этого. Хорошо лечат, хорошо питаемся. Все отлично здесь. 85-летний ветеран войны Маджид Хахо работал в тылу в ауле Калеш. Мальчиком собирал сено в колхозе, выращивал кукурузу, чтобы отправлять запасы на фронт. С тех пор болят суставы. Теперь мужчина отмечает значительное улучшение. Улучшение есть, оно же лечение помогает вообще. И вот руки у меня так, суставы болят, даже ночью особенно болят. А теперь уже вот это последнее уже улучшилось вообще. И нога тоже так же. Так что помогает тоже. Санаторий «Лазаревская» протянулся на 8 гектаров. Главные корпуса соединяют аллеи. Живут ветераны в комфортабельных номерах. На процедуры в соседние здания их возят на специальном микроавтобусе. Очень прекрасная санатория. Все уважают, прекрасно входятся, как говорится, обходительно, и то есть уважительно. Ну так все, вот телевизор, все есть. Продукты тоже, питание хорошее. На сегодняшний день санаторно-курортное лечение получили 337 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Сочи. Проект по бесплатному предоставлению путевок в местной здравнице предложен главой курорта Анатолием Пахомовым и активно поддержан руководителями всех санаторно-курортных учреждений города. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.